Дело мастера боится. В Чувашии впервые соревновались печники. На чемпионате молодых профессионалов побывала наша съемочная группа. Место проведения чемпионата выбрано не случайно. Именно в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий создана современная материально-техническая база для подготовки специалистов в строительной и транспортной отрасли. Студент второго курса Иван Бойкин уже третий раз проверяет свои умения на чемпионате WorldSkills. Ваня – будущий прораб. Но какой из него организатор стройки, если он не будет знать, как замесить цемент или положить кирпич? Я пришел учиться в техникум, Чебоксарский техникум транспортной и строительных технологий, потому что здесь учат мужской профессии. Я выбрал дополнительную профессию каменщик, потому что профессия каменщик мне понадобится в дальнейшем. И очень важно проверять свои навыки вот на таких соревнованиях. В течение двух соревновательных дней ребята из шести техникумов Чувашии строили кирпичный дымоход – трубу «Четверик», основание которой складывается из четырех кирпичей. Печник – профессия по нынешним временам настолько редкая, что в программе чемпионата WorldSkills представлена впервые, и победитель сразу отправится на национальный этап в Краснодар. Хороший печник – это человек, который владеет несколькими смежными профессиями. Он должен понимать в физике, он должен понимать в движении дымовых газов, теплотехника. Он должен прийти к человеку и сказать, что примерные теплопотери этого помещения такие, и чтобы компенсировать их, мы вам можем предложить печку вот такой вот мощности. Чувашия в числе первых регионов вступила в движение молодых профессионалов. За годы проведения WorldSkills заметно выросло количество выпускников школ, которые выбирают рабочие профессии. Практически 52% девятиклассников поступают в систему среднего профессионального образования. Порядка 17% выпускников 11 классов идут в систему среднего профессионального образования. Выбирают те профессии, которые позволяют получить нужную для экономики специальность. Уже со студенческой скамьи юноши и девушки Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий проходят производственную практику в строительных организациях. Самые лучшие сразу идут работать. Таких ребят, таких специалистов мы ждем на стройплощадке. Их действительно не хватает, таких высококлассных рук. А из этих ребят выйдут специалисты. Качество этих работ, качество проведения конкурса – это, конечно, выше всяких похвал. Что же касается печников, без востребованной и хорошо оплачиваемой работы они точно не останутся. Индивидуальное строительство нынче развивается. А всем известно, что тепло и уют в доме во многом зависит от умелых рук мастера. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.